На вопросы журналистов отвечали мэр Анапы Сергей Сергеев, заместитель главы Людмила Гузенко, заместитель госсекретаря, член постоянного комитета Союзного государства Беларуси и России Иван Бамбиза и депутат парламентского собрания Союза двух государств Владимир Василенко. Журналисты узнали о новшествах в программе 8-го фестиваля, о планах развития конкурса, который с годами превращается в международный. В этом году приехали артисты Казахстана и представители детского телевидения Риги. Каково принимать такое событие здесь вам? Анапа очень гостеприимный город, и анапчане привыкли к тому, уже привыкли, что масса мероприятий российского международного масштаба проводится. Мы умеем проводить мероприятия, и я думаю, что главная наша задача – это достичь того результата, чтобы участники остались довольны посещением, довольны участием, и самое главное, чтобы на всю жизнь им запомнилось вот то пребывание, то время, которое они пробудут в Анапе. Я надеюсь, кроме творческих выступлений, показательных выступлений, дети и взрослые, которые прибыли с ними, получат массу положительных эмоций и отдохнут.